Нами на зв'язку Ігор Левін, військовий експерт, аналітик з Ізраїлю. Пане Ігорю, вітаю вас. Слава Україні! Да, героям слава, привітаю. Ну і з приводу шахедів хочу вас запитати. Тут би можна було сказати, що ми доберемося до того заводу, можливо, зможемо його якось знищити за допомогою наших агентів і на території Російської Федерації. Але ж тут навіть справа не в самому заводі, а в цих комплектуючих. Якщо вони дійсно використовують іноземні, то як ми можемо вирішити це питання? Слушайте, шахет — это не сложный, как бы, беспилотник. Найдены были комплектующие западные, да, там французские, не только в ракетах крылатых. Ну что ж тут про шахет говорить? Нет, здесь нужно уничтожать сам завод, нужно уничтожать инженеров, нужно запугать персонал. В свое время Египет начал производить еще в 60-е годы ракеты и самолеты. Там, в том числе, немецкие ученые работали. Вот. Израильские агенты просто начали их убивать, запугали. Часть ученых вообще уехала из Египта, потому что им боялись за свои жизни и за жизни своих семей. Поэтому комплектующие тут никак не остановить. Тем более шахет — это, ну, совсем простые комплектующие. Вот. Нужно бить именно по производству самому, а не по комплектующим. З приводу безпілотників була інформація, що Сполучені Штати Америки запропонували Ірану відмовитися від постачання дронів в Росії в обмін на пом'якшення санкцій. Financial Times писали, що США вимагають, щоб Тегеран не відправляв в Москві і запасні частини для дронів. Ну і в обмін на це чиновники домовилися, що Вашингтон не буде запроваджувати нові санкції і не так суворо буде стежити за обмеженням нафти. При тому Bloomberg напередодні написали, що начебто США та Іран, ймовірно, уклали неформальну домовленість про потоки нафти. Що ви думаєте з цього приводу? Чи не вийде так, що Сполучені Штати Америки зараз підуть на поступки, а Іран, по суті, вже передав Росії усі технології, усе ймовірне обладнання для виробництва цих дронів? Слушайте, ну, во-первых, уверен, что передал, то есть это вообще не имеет значения, иранские конкретно, вот именно сами дроны, комплектующие, потому что они могут их производить и будут их производить, тем более мы видели, в копия-копия, точно такой же дрон у Китая, вот, это, опять же, это не сложно, это не сложный планер, не сложные комплектующие. Тут не нужно думать, что Россия зависит от Ирана, именно в плане конкретных вот дронов-шахет. Вот. Во-вторых, надо не забывать, что военно-техническое сотрудничество между Ираном и Россией все равно продолжает развиваться, несмотря на вот эти сейчас информации там про США, их вот попытки какую-то сделку заключить с иранцами, сейчас говорить не о ядерной сделке, а вот о более широко, все, что касается военной продукции, дронов, кооперации с Россией. Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ, как раз на днях заявил, что военно-техническое сотрудничество будет развиваться между Ираном и Россией. И, кстати, мы видим, как приезжают у них военные всевозможные представители в Россию и наоборот. Поэтому какие бы договора ни были между американцами и иранцами, вот эти закулисные, про которые сейчас говорят, вот, я уверен, что кооперация между Ираном и Россией будет продолжаться и будет только расширяться. А от ви говорите, що нам, по суті, потрібно знищувати завод, знищувати інженерів по виробництву цих дронів. Ну, ми бачимо, що останнім часом дійсно Україна дуже успішно завдає ударів по військових об'єктах в глибині Росії, але це поки що не стосується саме підприємств ВПК РФ. Чи зможемо ми дістатися до того заводу? Ну, це вам рішати, вашим спецслужбам, я не знаю. З приводу аеродромів і ударів по них безпілотниками, можливо, українськими, можливо, не українськими, але є інформація, що напередодні військова контррозвідка СБУ атакувала безпілотниками Курський аеродром. Дрони «Камікадзе» завдали удару по 4 літаках Су-30, одному Міг-29, радарах комплексу С-300 і 2 панцирях. Майже всі дрони долетіли до своїх цілей. Як ви оціните цю атаку і чому росіяни не захищають свої стратегічні об'єкти? Смотрите, насчет защиты. Тут есть много что сказать. Помимо того, что Россия большая, как государство, просто физически невозможно защитить, закрыть все объекты. Это, во-первых, нужно понимать. Это слабость. Этой слабостью как раз ваши спецслужбы пользуются, и это очень хорошо. Второе. У них большая часть группировки находится в Украине. Более того, для них есть вот сейчас важные логистические артерии, как, например, система мостов,
Это Чангар-Крымский мост и Чангарский мост. Помимо этого, есть другие у них как раз логистические, железнодорожные как раз узлы, да, которые через Токмак ведут и так далее. Вот, если у них, вот, допустим, предположим, появляются, там, скажем, очередные 10 панцирей, они могут эти панцири распределить где-нибудь на стратегических объектах в России самой, а могут перекинуть их как раз в их оккупационные войска, как раз на территории, ну, на югах, допустим, южное все направление, включая Крым. Вот. Это вторая как бы причина. Поэтому мы видим, что, казалось бы, да, аэродромы, например, со стратегической авиацией, где были вот, сожжены и повреждены стратегические бомбардировщики, это не просто стратегические объекты, это объекты повышенной охраны. Более того, помимо систем ЗРК, обычно такой аэродром, там должен быть целый отдельно батальон охраны. То есть пехотный батальон с бойцами, угу, которые вот, угу, защищают этот аэродром. Так вот, их нет. Они эти батальоны охраны, охранения, они их тоже перекинули в Украину. И аэродромы защищаются фактически силами персонала, ну, что просто невозможно в силу масштаба самого аэродрома, да, военного. И это касается не только батальонов охраны, это касается систем ЗРК и всего остального и так далее. Плюс, кстати, Москва. Вот. Мы знаем, что они стянули к Москве тоже очень много систем, так как беспилотники над Москвой появляются уже, если не ежедневно, то еженедельно точно. Вот. А это, на минуточку, большие убытки для них, потому что они закрывают воздушное пространство для их воздушных логистических артерий. Вот. Вот. Мне кажется, вот это ключевое, вот это важное. Вот. То есть уязвимость. Они не могут защитить эти большие территории, они не могут защитить даже свои военные аэродромы. Вот, мне кажется, вот эта уязвимость, ее нужно дальше на нее давить. И здесь Украина действует полностью правильно. А як ви гадаєте, чи будуть росіяни перекидати зараз свої сили ППО із нашого фронту саме на територію РФ, щоб захистити свої об'єкти? Пусть перекидують, ну, тим самим не ослабляють фронт. Ну, що відбувається на фронті, ми добре знаємо. Україна йде вперед, Росія відступає. Ну, пусть перекидують. Ну, ймовірно, це така мета і є, ось цих ударів безпілотниками. З приводу авіабази в Курську була інформація, що, ну, росіяни повідомляли про це, що начебто атака була за допомогою картонних дронів з Австралії. І ось вони зроблені з картону і гуми, і тому їх майже не помічають системи протиповітряної оборони. А це могло дійсно статися? Бо зазвичай ми чуємо, що техніку, яку нам передають наші партнери, ми не можемо використовувати по об'єктах на території РФ. Слушайте, дрон вообще это расходник, любой дрон. Даже какой-нибудь сложный там дрон. Вообще любое оружие это расходник, но дрон в особенности, а дрон камикадзе в первую очередь, то есть само подразумевает как баражирующий боеприпас, то есть он в один конец всегда отправляется. И чем дешевле, проще материалы, из которых вы делаете, тем лучше. Тот, кто у кого получается сделать более простой дрон, вот это успех. Это не указывает, то есть примитивность не всегда означает плохо. Вот когда говорят, что иранские дроны примитивные, нереально примитивные шахеды, это не говорит о том, что они неэффективны в плане, например, вот нанесения ударов, вот конкретно куда они доставляют этот вот взрывчатку, да, ну, поражают цель. Если картонные дроны выполняют свои задачи, там единственное, что, насколько я знаю, в небольшой вес, ну что-то 4-5 килограмм может uh-huh. быть. Вот, полезные нагрузки — это немного, это очень немного, но для каких-то конкретных специфических задач почему нет? Если это работает, то отлично. А якщо вони дійсно до нас приїхали із Австралії, то що нам, виходить, партнери дозволяють їх використовувати? Я не знаю, слушайте, вы знаете, что вся эта история вообще дипломатическая, да, вот про позволяют, не позволяют, ну, это же как бы палка о двух концах. Обычно говорят, что категорично не позволяют, но это ведь не так. Посмотрите реально на заявления, да, Pistorius, например, да, Германия, или британские официальные лица, они говорили, мы не одобряем, но Украина имеет право, дальше цитаты прямые, сама выбирать способы, как она защищает свою территорию. Удары в России, всевозможные дроны над Москвой, кстати, опять в Германии официальные лица, сейчас точно не вспомню, но кто-то из топовых с Министерством обороны связанным это заявляли. Так вот, удары там в Москве, например, и так далее, за это несет ответственность Россия, которая развязала эту войну и так далее. То есть всегда дежурная, мы не одобряем, мы не поддерживаем, вот, но Украина имеет право, да, это военные объекты, да, любой военный объект Российской Федерации является легитимной целью для украинских вооруженных сил. Неважно, где он находится, хоть на Луне. Если это военный объект, то это легитимная цель.
Давайте поговоримо про ракетні атаки ворога на нашу територію. Росія, очевидно, взяла паузу в процесі виготовлення ракет. Цим можна пояснити те, що чому останнім часом вони використовують для ударів по Україні меншу кількість такої зброї. Адже якщо раніше окупанти під час масованих атак запускали по наших містах близько сотні ракет, то зараз приблизно 10-20. Таке пояснення дав речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Ось видання Defense Express, вони проаналізували одну із останніх атак ворога, і вони знайшли цікаву деталь. Були повідомлення про зліт 5 Ту-95, але у повітряному просторі тоді зафіксовано було лише 8 ракет. І є припущення, що навіть із тих 8 ракет 4 – це були хибні цілі. І тут цікаво, що залп одного Ту-95МС – це приблизно 6-8 ракет. То виходить, що чому вони 5 ракет підіймали, а випустили всього 8? 5, вибачте, літаків підіймали. Ну, запутать. А коли їх бойова авіація піднімається в воздух, стратегічна, в першу чергу, це фіксується із космосу, і це західні партнери передають вам інформацію об этом. Поэтому, кстати, очень важно, да, вот насчет ударов по стратегической авиации, очень важно, чтобы они ее, чтобы обезопасить, передислоцировали как можно дальше, то есть глубже на территорию России, то есть вы получаете больше информации. Они это тоже прекрасно понимают, поэтому они предпочитают поднимать вот несколько бортов, чтобы невозможно было точно спрогнозировать количество ракет. Тобто це зміна їхньої тактики, щоб нас заплутати? Ну, я б не сказав, що це якась зміна тактики. Вот. Ну, то, що вони намагаються вас запутати постійно, так, звісно, це очевидно. Ну, раніше начебто вони, якщо підіймали 5, там, Ту-95, то 40 ракет звідти і летіло. Ну, будемо спостерігати над тим, як буде далі. З приводу допомоги від партнерів, Сполучені Штати Америки шукають, як посилити військову допомогу. І видання The Washington Post пише, що Україні можуть передати касетні боєприпаси для РСЗВ. Чи це реально їх отримати і яка їхня ефективність? Там, наскільки я знаю, їх перестали производити, але, видимо, є, то ли наладили производство, що таке, ну, американцям виднее. Вот. Ну, так, да, поки говорять, що такої можливості. Ну, як і любі касетні, ефективно. Тобто, касетна бомба, касетний снаряд, касетний вот, боєприпас для там, РСЗО, ну, теж Хаймарс, наприклад. Вот. Ну, це касетний, тобто, багато суперприпасів. Ну, до речі, радник Збройних сил України Ден Райс, він нещодавно повідомляв, що війна може закінчитися тоді, коли Україна отримає приблизно 2000 касетних реактивних боєприпасів для «Хаймарс». А 2000 вони дійсно можуть повпливати на те, щоб війна закінчилася? Речь о дальности. То есть подразумевается, что касетными боєприпасами можна буде поражати об'єкти на расстоянии, ну, вот 80 кілометрів. 70-80 кілометрів. Ну, заявление насчет войны закончилось, это такое заявление больше у него лирическое, вот, но это действительно очень мощное усиление было бы, конечно. То есть представьте, что нет тыла, то есть вы находитесь на расстоянии 80 километров от фронта, и вы понимаете, что не просто может прилететь конкретный какой-то вот точный боеприпас, тот, например, там, по командному пункту вы просто держитесь подальше от командного пункта. Да, например, вы повар, вы понимаете, что лучше просто не суваться, где командный пункт, туда может прилететь. Вот, за полтора года полномасштабной войны вы этому, допустим, научились. А теперь вы понимаете, что прилетит кассетный и накроет вообще всю базу. И неважно, хоть вы там, хоть повар, хоть конюх, там сейчас, кстати, с Башкирстана этих коней в зону так называемой СВО перегнали, вот, вчера у себя публиковал. Так вот, хоть конюх, который на краине базы, по вам тоже прилетит. То есть в этом подразумевается эффективность, что накрывает площадями сразу всех. Останніми днями, останнім часом з'являється дуже багато видань, пишуть про те, що начебто у Сполучених Штатів Америки, у Європейському Союзі, у них не вистачає потужностей, щоб більше виробляти зброї, але при тому вони продовжують надавати нам допомогу. І Володимир Зеленський напередодні у інтерв'ю заявив, що, можливо, Україна отримає від США гарантії безпеки на зразок ізраїльських. І президент розповів, що ці договори про гарантії безпеки з різними країнами можуть містити різні компоненти, тобто санкції, зброю, фінанси, ППО, літаки тощо. А наскільки ізраїльський сценарій є реалістичним саме для України?
Какой сценарий для Украины реалистичный, решать только украинцам? Это во-первых. Во-вторых, я напомню еще раз, это много раз повторяется в СМИ, нет никаких гарантий для США, Израилю, нет никаких сценариев, то, что называется, да, израильский. Израиль — это государство не блоковое само по себе. Если Израиль завтра оказывается в большой войне на Ближнем Востоке, нет никаких гарантий его защищать ни от кого. Он не в НАТО, не НАТО, не американцы. Нет никаких гарантий, что американцы должны защищать Израиль. Вот так называемые гарантии — это тесное партнерство, и американцы выдают несколько миллиардов долларов ежегодно Израилю, как военная помощь. Да и то часто это на закупку как раз американских систем вооружения. То есть дают там 3 миллиарда, на эти 3 миллиарда Израиль покупает F-35, например. Вот. Чтобы понимать, это примерно от всего военного бюджета Израиля, даже не половина, там четверть примерно. Вот. То есть весь остальной военный бюджет Израиля, он самостоятельный, свой, на налоги налогоплательщиков, граждан Израиля. И помимо Израиля, американцы также дают деньги Египту, тоже несколько миллиардов, кстати, долларов. И Иордании дают деньги, тоже несколько миллиардов долларов. Поэтому, при этом, если Египет будет с кем-то воевать завтра, американцы не обязуются Египту помогать. Вот. Поэтому я не очень понимаю, почему это называют израильская модель, почему не египетская модель. Кстати, Египет есть у F-16 и Абрамсы танки. И несколько миллиардов ежегодно они получают от американцев. Почему не египетская модель, например? Вот. Поэтому очень важно понимать, что когда такое озвучивается, ни в коем случае не нужно думать, что есть как будто есть какие-то гарантии со стороны США того, что они будут защищать Израиль. Нет, таких гарантий нет. Никакого документа, никакой договоренности. Про південь. Сили оборони повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області, підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські захисники ймовірно просуваються через найскладнішу серію підготовлених окупантами оборонних позицій. Водночас російські війська перекинули елементи свого порівняно елітного формування з району Кремінної Луганської області у район Роботиного на Запоріжжі. А це знак того, що їм не вистачає ресурсів на півдні України, чи вони таким чином перестраховуються? Ні, нехватки ресурсів — це глобально, у них це є везде. Вот, давно вже всі сводяться в консенсусе военные обозреватели, там, эксперты, да и военные, что они провести должны уже следующий большой виток мобилизации у себя. Не такой вот по капле, как сейчас у них происходит, а большой. Вот. Плюс у них все плохо с техническим обеспечением, потому что все, что они, у них много, да, железа советского, но это все старое советское железо. Вот. Новые системы им не поступают в тех количествах, которые должны поступать. В тех количествах, которые Украина им вышибает, выбивает. Современные системы, там, РЭБ, танки всевозможные, артиллерии и так далее. Поэтому ресурсов, конечно, у них не хватает, но это связано в первую очередь с тем, что они понимают важность этого направления, то есть направление на Токмак. Там единственная железнодорожная ветка. Через Волноваху снабжение по железной дороге не происходит, потому что там фактически под обстрелом со стороны фронта, там фронт рядом проходит. Поэтому единственная их железнодорожная ветка идет через Крым. Так вот, через Токмак идет вот это продолжение этой железнодорожной ветки, это все их группировки, которые вот находятся на этом всем Бердянском направлении. И если подойти даже к этой железнодорожной ветке хотя бы на 10 километров от нее, даже остановиться, допустим, предположим, это фактически берете под полный огневой контроль эту железнодорожную ветку. Вот белый как раз ваша карта сейчас вы показываете. Вот белый это и есть железнодорожные как раз пути. Угу. Вот если чуть-чуть наоборот удалить. Да, видно, видите, белая, вот, которая идет у нас со стороны как раз от Мелитополя, в сторону двигается туда, на восток. И как раз вот здесь вот Украина развивает свое наступление. Если хотя бы в 10 километров, а лучше, конечно, вообще дойти до нее полностью и освободить Токмак, ее перерезать, обратите внимание, что вся эта группировка вот дальше, которая находится восточнее, если двигать. Вот. Там, видите, Волноваха, видите, обрывается, белая ветка, ее нет. Которая... Угу. Потому что она идет на север и проходит около как раз Угледара, возле фронта недалеко. Вот здесь буквально. Поэтому там они железнодорожные составы не гонят, потому что Украина их может моментально разбить, уничтожить. Вот. Так вот, если эту железнодорожную ветку, которая от Токмака идет, взять под огневой контроль или вообще перерезать, то вся их эта группировка, которая идет вот от Бердянска и вот севернее, где Украина развивает наступление, она в таком получается с очень-очень урезанными логистическими возможностями, очень мягко и политкорректно говоря. Вот. И очевидно, что как раз это ваша задумка. Такой вот херсонский сценарий, только в намного больших масштабах.
Ну, до речі, видання «Фокус» пише, що перемога у селі Роботине, воно означає битву, початок битви за Мелітополь і Бердянськ, і що Збройні сили України, по суті, мають можливість оточити Токмак, потужний логістичний хаб армії РФ. Ну, гіпотетично, да. Якщо, ну, да. Вопрос в временних рамках. Смотрите, у нас, ми обращаем внимание на такой момент, что движение украинских сил, несмотря на огромное количество проблем, это известно, они много раз озвучивались и так далее, оно происходит неостановимо. То есть Украина двигается вперед, Россия отступает, конкретно на Южном фронте. Да, есть много вопросов о скорости, насколько это быстро двигается, насколько это не быстро. Вот, но я напомню еще раз, последний раз такого масштаба войн это 50 лет назад были. Поэтому никто не знает, нет никакой эмпирики, у нас не на что опираться, с какой скоростью действительно могут в таких ситуациях, в архисложнейших ситуациях, в которых Украина находится, с какой скоростью должны двигаться корпуса. Ну да, с бригады объединенных корпуса. Вот, поэтому нам не с чем сравнивать. А те войны, которые были 50 лет назад, тогда не было дронов, системы обнаружения, средства связи были намного более худше развиты, чем сегодня, не было интернета и так далее. То есть это уже не актуальный опыт. Так вот, если Украина продолжит двигаться так же неуклонно дальше вперед, то да, конечно, она выйдет к Токмаку, и, как я уже сказал, очень важно вот перерезать этот железнодорожный путь. Ігор, вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Ігор Левін, військовий експерт, аналітик Ізраїль, був із нами на зв'язку.